Перцы пережили сегодняшнюю ночь хорошо. В тепличке. Помидорки тоже прижились. Вроде неплохо стоят. Черешня молодая, посадили осенью. Приросла. Такие почечки у нее. Взошла у нас, и здесь я пересадила салатик одесский кучерявец, или прижился с теплицей. Здесь тоже взошел одесский кучерявец, сегодня 2 апреля. А здесь у меня горох, который не растет на Кубани, по крайней мере мы его не смогли в прошлом году вырастить. Вот так вот такие грядочки. Курочкам золы посыпали, ай, купаются с песочком.